Чё ты меня лапой бьёшь? Чё? Опять? Опять? Гулять? Харита, ты достала, я только пришла. Ещё минуты не отдыхала. Чё ты не идёшь к Юле к своей? Я чё, твоя хозяйка? Я не твоя хозяйка, я хозяйка вот Бусина. Блин, ещё и телефон глючит. Я Бусина хозяйка, а не твоя. У тебя есть хозяйка Юля. Вот иди к ней. Пусть она тебя выгуливает. Что такое? Гулять? Какать? Писать? Пошли. Ладно. Уломала. Пошли, чё ты лежишь? Пошли! Неси поводок. Неси. Господи. Какой-то кошмар. Когда я уже буду отдыхать? Наверное, на пенсии. Точно. Господи. Господи. Пошли. Бусечка, не скучай. Харита, где твой этот поводок? Поводок где? Пойдем. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним и отчаянно ворвемся прямо в снежную пургу. Ты узнаешь, что напрасно называет север крайним. Ты поймешь, что он бескрайний. Я тебе его дарю. Увезу тебя и в тундру, увезу к седым снегам. Давай, Харита, поводок. Я уже курточку надела. Слышишь? Блин. Ты какая-то тормозная женщина. Собачья. Да не надо меня облизывать. Отстань. Хора. Да хора. Не надо облизывать ножки. Я мылась сегодня. Все чистенькое. Кстати, два раза мылась. После собеседования пришла прям помылась. Потому что смыла энергетику программ. Ой, не могу. Стой! Стой! Сказала, стой! Да, блин. Пошли, все. Давай. Я раб. Это значит, с Богом. Стой. Стой, Харита, секунду. Все, моя кошечка, идем. Идем. Пошли. Пошли, а дверь не закрыла. Это не открыла, да? Сейчас открою, давай. Юра опять закрыла. На 10 зимков. Банк империал. Давай. Стой, дверь закрою. Да стой же ты. Блин, стой. Кошмар. Чуть не вытащила у меня это телефон. Не вырвала из руки. Капец. Привет, мои любимые. Я в майке, поэтому застегнула. Там ветерок достаточно так. Ветерок и солнце, и пошел воздух. Пойдем. Я сегодня столько уже находилась, что у меня прям ножки гудят. Хотела немножко хоть посидеть, заняться загрузкой видосов и всяким разным важным. Но Харита не дает. Юлька ушла. А она сразу же ко мне примчалась и начала проситься гулять. Ой, красота! Красота! Тут нельзя! Ты же знаешь, тут нельзя. Кузя! Какие смешные, как пальмочки. А, господи! Видите, мои любимые? Просто супер! Пошли! Тарарирай! Тарарирай!
А, кстати, я сделала шампунь, как я вам говорила. Потом вам раскрою секрет. Я в Ливане делала всегда. И у меня вообще никогда в жизни не вылазили волосы. Как бы я ни расчесывалась, какими бы расческами я ни причесывалась, вообще. И никогда не секлись, и никогда не сидели, или как там, седые волосы тоже уходят. И вот есть у людей прям залысины или проплешины, а когда этим шампунем моешь, вот буквально за 2-3 недели или за месяц восстанавливается полностью волосяной покров, и все волосики становятся как шелковые, густые и такие, знаете, сильные, здоровые. Реально, это меня научила свекрухина мама. Ее уже нет. Я так делаю. Я свекрухе говорила: а что ты так не делаешь? Она мне говорила: да не верю я в это все. А я начала делать в Ливане, когда я родила Соломона. У меня, у него кальция не хватало. Видно, у меня не хватало. Или на нервной почве, или что, не знаю. И у меня реально, когда я причесывалась, волосы вылазили конкретно. И я так начала этим шампунем мыть. И у меня реально стали волосы густые и блестящие. Вообще не лезли. И очень такие были густые, сильные. Ну, это я когда? Уже сусику моему 27 будет в августе. Ну, вот я лет 25 назад этим шампунем пользовалась. Сейчас поняла, что может еще надо. Так, это самое. Сейчас сделала. И говорю подруге: надо тебе. Ты куда? Красотка, иди сюда, тут яма такая здоровая. Куда ты лезешь? Пошли. Смотрите, там что творится из тюльпа этих одуванов. Из белых. Целое поле. Как будто все в снегу. Пошли, иди сюда. Красотуха. Юльке говорю: тебе надо? Она говорит: да, делай на меня. Я сделала почти полную эту баночку от шампуня. Так что... Да блин, что ты делаешь, Хора? Ты же запутываешься. Куда ты меня тащишь? Она нюхает, что там где-то Юля пошла. Туда тащит. Пошли. Пошли. Пошли, красотка. Пошли, красотка. Ты не узнаешь, что напрасно. А тут везде желтые, видели? Там целая поляна белых одуванов, а тут желтых пооткрывались. И они все такие здоровые. И такие мясистые и красивые. Вот тут у этого такой рисунок, а у этого другой. А этот еще какой-то реже другой. Прикол. Так что они, походу, как и мы с вами, мои любимые. Каждый индивидуален. Нет ни одного одинакового. Куда? Каких-то жуков там ловит. Или блох. Иди сюда. Да иди сюда. Кого ты там поймал? Кузнечика? Нельзя. Пошли. Зачем ты обижаешь маленьких? Чё ты такая, Хора? Нельзя обижать маленьких. Ты ж хорошая девочка. Вот как они прижались друг к дружке. Может, у них любовь. Как травка блестит, видите? Так волосы будут блестеть
после этого шампуня. А то и лучше. А что я прям сейчас же могу рассказать, как его делать. Короче, берете этот клевер. Это мне Томочка Сирадзе сказала, что это клевер. А я тогда забыла, как называется. Пошли, Люся. Ой, красота. Ой, какие они огромные. Я прям иду, как в струне одуванчиков. А ты что мне на ноги наступаешь? Короче, секрет здоровых волос. Берете, желательно, конечно, детский шампунь, потому что он без всяких там примесей, в основном химикатов, еще чего-то, без всяких добавок, он на натуральной основе. И туда, ну, смотря сколько вам надо, смотрите, тут целое поле одуванчиков, и белых, и желтых. Боже, как красиво. Я не знаю, если резко снимает или нет, но вообще красота. Иду прям вся в этих одуванчиках. Короче, надо, наверное, пропорции сначала. Даже не знаю, как я это делаю на глаз. А надо, наверное, как-то объяснить это. А тут сколько, смотрите. Смотрите, какие они огромные и длинные вообще. Я таких и не видела никогда. Ничего себе. Просто целые эти. Они прям в рост Хариты. Смотрите, выше Хариты. Харита, ты тюльпанчики нюхаешь? Тьфу. Одуванчики. Тюльпанчики. Класс. Цветочки, Харита. А тут смотрите, что творится. Вообще все. Все просто усыпано ими. Целая поляна. Харита. Целая поляна одуванчиков. Увидела мужика. Уже хвостом виляет. Иди сюда. Нельзя. А тут что? А? Да, да. Да нельзя же ты. Нельзя, сказала. Нельзя. Получишь сейчас. Смотрите, с букашечкой. Одуванчик с букашечкой. Целая поляна огромных одуванов. Я не понимаю, почему он не резко снимает. Хочется так снять, показать, как это красиво. Целое поле. Вообще как в какой-то сказке. Обалдеть. Обалдеть. Никогда не видела, не видела такого, как в раю. И эти пораспускались. Ну вообще, что это за красота такая неописуемая. Хорита, что ты там опять шла? Опять кто-то звонит. Ну что такое? Не дают вообще. Сми ты. Лопухи. Да отстаньте вы. Звонари. Гребаные. Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним, ты поймешь, что он бескрайний, я тебе его дарю. Боже, как классно. А здесь где наше деревцо красивое? С этими я уже и не помню. Сейчас, может, там
Может, а это какое дерево, смотрите, все, белюсенькое.